Ни день рождения и ни государственный праздник. Поводов, чтобы навестить ветерана Великой Отечественной войны, достаточно много. В этот раз Василию Иосифовичу Тараканову привезли новое кресло для перемещения. Хотя это уже можно назвать и праздником. Артисты ЛКЦ украсили события своими песнями. Герой войны и сам вспомнил любимую мелодию, когда ему в руки передали гармонь. Представители фонда социального страхования помогли ветерану пересесть в новое средство передвижения. Василий Иосифович сразу оценил – передвигаться будет удобно. Управление рычагами, сил крутить колеса все меньше. В июне ему исполнится 95. Вот это коляска. И это без помощника покачу. Все правильно. Не выкачу, сяду. И покатил на прогулочку, да. Замглавы Лабинского района передала привет от Александра Семерякова и большую корзину с фруктами и продуктами, так что ветеран сможет отметить получение новой коляски. Коляску мы приобретали индивидуальную, потому что таких колясок сейчас нет, и мы специально для него, как для инвалида Великой Отечественной войны, приобрели мы коляску рычажную. Коляска ему подошла, Василий Иосифович очень был доволен. Людмила Никонова, Лабмедиа.